дома. Вот. И там мастерская есть. Здорово. Вот как раз видите женский вид. Да. Чей-то заказ? А, нет, нет, это творческая работа просто. Да, классно. Видите, интересно, комбинирование. Это же разные металлы. Да. Бронза с алюминием? Да, алюминий, бронза, ну как типа инкрустация. Караозово. А это я не дома отливал. Сейчас я как раньше не отливаю уже. На экране ваши деньги. Никогда бы не подумала, что ваша рука. Честное слово. Совсем не ваш стиль. Захотелось. Я никогда вот такие вещи не делал. Это сейчас в работе тоже. А подобный образ, ну, по стилистике, похожий монументальную скульптуру Шукан установил перед музеем искусства имени Костеева. Может быть, вы видели. Это ваша работа. Это моя работа. Перепутали, сказали, на Абая похож. Ну, пусть кто-то что увидит. Хочет, то так и думает. Ну, давай, проходите. Специально, чтобы они вот эту зелень Это патина. Угу. Она еще богаче. Кама называется. Кажется. Вы знаете? Кама? Кама. Кама. Это, она такая тучная, круглая была. Это память о ней. А камни вы заказываете или сами тоже обрабатываете? У меня тут итальянский станок есть. А, то есть сами, да, точите? Да, и там у меня прям там станки стоят. Прям я смотрю, такие подставки аккуратные. Я класс. Сам делаю, потому что вот я раньше возил... из дерева. А, я из дерева сейчас еще покажу. Вот. Теперь... А расскажите вот про эту работу из стекла. Как вы его обрабатываете? Вы его склеиваете? Да, стекло, это... УФМ клей специальность для стекла. Ага. Клей есть, но это эскизный вариант у меня. А там уже когда купили, приобрели у меня, ту работу я делал специальным клеем. Там она вообще идеально смотрится, красиво смотрится. Как слюда смотрится, как кварц. И даже не верится, что это из кусочков. Кажется, что она. Интересно, что образ один и тот же, и силуэт, вот как раз мать и дитя, фактически образуют общую единую форму. Так, я в последнее время начал писать, почему. А, это видите, это уже ваше открытие. Да, это моя работа. Это не хорошая жизнь, как говорится. И стал заниматься графикой. Ага. Я, в общем, уезжал в Астану, ни пластилина, ни лепки, нигде невозможно. В общем, я где-то полгода там был. И потихонечку начал рисовать. Потом на планшете начал, научили меня. Я накопил, до сих пор это не умею. И потом... Как научился и начал мне графику разную делать. Потом захотелось писать. Теперь вот эта работа, пока рабочее название — материнство. Тревожный взгляд женщины. И как ребенок спит спокойно. Милая уже. А? Милая. Как? Милая работа. Да? Вот такие ощущения сразу какие-то прямо. Ага. И теперь поворачиваем. Угу. Действительно раненый. Будет мир. Да, да, да. Во всем мире. Все, оставляем в этой позиции, больше не переворачиваем. Правильно. Ну, сначала, когда вот так, вот это видят, они не хотят, чтобы я переворачивал. Конечно, нет, да. А перевернуто, они смотрят тут голову. То есть и так хочется писать, и так, и так. Вот
вот мы когда подъезжали, я вам говорила, какой он удобен, что он очень удобен для того, чтобы со всех сторон рассматривать скульптуру и видеть ее со всех ракурсов. Почему скульптуру называют круглой? Потому что мы обходим ее вокруг, и она раскрывается нам с разных позиций, с разных сторон. То есть опять начал лепить. Угу. Когда уезжал в Астану, там мне... Только получается с двух сторон. Искусствоведы придумают название, я думаю. А, оборот не работает? То есть она вообще... Оборот не работает? Нет, ну просто тоже она интересная. Да-да-да. Но она уже... Как оборудование, да? Правильно сказали. Это графика скульптуры. Сейчас как заиграло. Или ее повернуть на солнышко, да? Да. Это случайно у меня получилось. Готовишь для отлива, нарезаешь воск такими полосками. И я столько нарезал, там увидел рисунок, вот эту графику увидел. И потом... Развеять, да? Решил уже это... Сразу решил отлить. Я отформовал. Вот отсюда... А, солнце же светит. Я думаю, что такое? Вечером очень интересно смотрится. Так. А Саудовская Аравия, не знаю, пока переговоры, но сильно им понравилась работа. У них же верблюд, это же символ. Изображение животных, людей нельзя. И тут как-то надо еще более-менее абстрагировать. Стилизовать это все, да? Как-то. И вот если получится, то там будет моя следующая работа. А животных нельзя? Я слышала, что людей нельзя. Специально делается. Вот это темное пятно, светлое, это чередуется, как шахматы. И... так далее. Вот она экспонировалась у нас неоднократно в музее, в том числе да. При Союзной выставке. Да. Получается, вы каждую деталь отдельно сделали, потом склеили? Нет. Или да там сложно. Такое решение. Это работы. Это такая одиночество, помните, да? Или прям это не видно ее с работы, я не видел давно. Но там не внизу, на этих. У нас была Дарья находится. Вот это и вот эта работа. Княжество Лихтенштейн, город Вадуц. Я там выставлял более 30 работ. Цюрих, Ратхау, Сурзей, и Вадуц, и нескольких городов. Переборщите со слоями, надо остановиться. Конечно. Тут есть риск увлечься. Вовремя остановиться, да. Вы сразу оттуда. Утро, раннее утро. Вы как представьте, да, в живописи можете нарисовать раннее утро. А как в скульптуре? Вот, пожалуйста. Вот это вяз. Представляете, вот тоже очень красивое дерево. Вот она не на месте стоит, надо пространство. Да, и круговой обход, конечно. Должен быть. А так вот здесь она отдыхает, эта работа, а потом, когда возишь на выставки, и там они раскрываются. Работа оживает.
У вас соседи, наверное,